Приговор в отношении водителя, который провез на капоте полицейского, вступил в законную силу. Напомню, неординарный случай, который вызвал большой общественный резонанс, произошел в ноябрьске в середине февраля. Несмотря на требования инспектора ДПС остановиться, водитель «восьмерки» резко набрал скорость. Чтобы не оказаться под автомобилем нарушителя, полицейский схватился обеими руками за капот. Однако этот факт бесстрашного лихача нисколько не смутил, и он продолжил движение. Таким образом, сотрудник ГИБДД проехал на капоте авто несколько сотен метров. Как оказалось позже, водитель-нарушитель был изрядно пьян. В апреле ноябрьский суд уже вынес приговор в отношении жителя города. Тогда ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении. Но подсудимый с решением суда не согласился и обжаловал приговор. И вот сегодня стало известно, что судебная коллегия отклонила жалобу осужденного, оставив приговор без изменений.